Антимага. Мне кажется, антимаг Тиника и легионку не осилит. Это вообще медведь. О, слушай, а классный персонаж на самом деле. Угает старых, угает, кстати, неплохо. С Маледик там на первом, кстати, погиб. Я могу точно сказать, чем отличаются. Давай. Как минимум мидером. Окей. Не, ну я имею в виду... А вот они Virtus.pro. А мы не первый раз уже видим, когда Паша пошел в мидлейн. Я помню, когда-то там весь твиттер просто угорал. Dread is back в первую очередь, что Паша пошел в мидлейн. Еще есть проблема большая для ВП, то что так, тут напали на Джерекс, он как... Ну, ошибся. Зря он уже за вышку пошел. Он сейчас просто умрет. Так, бом. Ну, это минус. Да. Ну, два голема. Что тут еще добавить? Руны нужны, левел 2, третий только-только взял. Сложно поначалу, конечно, с эксплойт. Паша, мидя, проблемы. Есть дримкоил, Паша проседает, но тут Чен и Флай без шансов. Лил прилетел, хорошо, сейчас они пытаются что-то придумать. Вот он, Рамзес вместе с Лилом, тут же Паша. Тавр надо заденайть попробовать. Тавр на топе тем временем упал, две вышки уже забрали. Ну, Флай убил через дуэличку, да, ничего не сможет здесь сделать. Но Тейл отправляется на базу, его Чен... Пошел флеймбрейк. Будет ли какой-то сейв здесь? Еще вист. Да, резолюшн здесь погибнет. Firefly откатился. Стаков уже было достаточно. Ну, нечем да сейвить. Нет, просто релокейт сейчас делают. Ну, снизу Рамзеса тем временем пытается быстро убить. Быстро убивает Рамзеса. Ну и на топ. Резоль. Релокейт. Слишком далеко. И на 17-й минуте надо иметь в запасе очень много дэмиджа. Вот сюда нормально так залетают. Сейчас накрыть надо тени с вистом. Вот так вот накрывает... Так себе накрывают, на самом деле, пак. Пытаются убить соло. Будет ли коса? Косы пока нет. Резолюшн справляется и так. Ну и вот ноуана. Косой, ноуан уходит отсюда на релокейте. Это было неплохо, потому что коса в него все-таки влетела, да. Неплохо, сочки согласен. Такие пошли, и солочу уже некуда деваться совсем. Булыжник должен быть от голема. Соло пытается уйти. Сайленс пошел. Рамзеса не зацепить здесь. Соло пресс за атак, но... Погибает он, слушай, здесь. По крайней мере, ультимейт поставили. Ой, кстати, вытянул соло очень много времени и быстренько забрали флая. Но это, кстати, очень плохо сейчас все произошло, потому что драка пошла. Джерекса поймали, поймали также резолюшна. Джерекс может умереть, успеет ли что-то сделать. Нет, Джерекс ничего не успевает. Резоль тоже поймали. Резоль едва живой. Резоль никого не может остановить. Дает косу в Рамзеса, забирает его. У тебя регенится будет. Он будет регениться с дикой скоростью. У него еще форстав. Triple Кстати, не проюзал форстав. Ужас. Короче, ужасно отъехать. Все сделали OG. Они очень сильно старались сэкономить спылы, убивая. Могут быть проблемы, теперь надо ловить Лила. Его заберут на дрим... Релокейте. СП готов ловить, но нет. Без шанса. Вернули. Слушай, ну это красиво было. Это красиво. Правильно сыграл Флай, не зря бежали. Ну и у Лила сейчас. Еще и за Denial Tower. Через касочки можно попробовать. Отправлять его на базу. Дуэль. Нормально. И улетел вот на вот базу, рык мишки, это немного нечестно, я считаю. Не, все честно, ты чё? Все честно? Да, я не понимаю, в чем проблема вообще. Ну вот Джерекса убьют. Нет, не Джерекса убьют. Так. Убьют, но не Джерекса? Убьют Джерекса все-таки. Ну, тос аут его, и тут, конечно, не выживет Джесси. Никогда... Да что ж вы творите, не люди вообще? Как доту комментировать, когда такое происходит, а? А вот и медведь, Лил, начинает грызаться, пошел рык, Лила ничто, наверное, не спасет. То есть только на тизере уйдет, вот сейчас на Нулана, будет ли прыгать сюда пак? Солыч тоже пока жив, ну, глин, Паша соло. На хайграунде, есть замедление, поставился дримкоил, соло погибает, и Ник Профос добивает Пашу. Да, минус 2. Очень круто. На пустом месте. Да, очень круто разгоним. Тризуль пошел быковать, просто... Дримкоил, соло, еле живой, через косу и догон, убирает его ментально, скоп пытаются зафоксить, будет ли захил, есть захил. Хватит хила тут, конечно, ну, слушай, не хватило, лол, я думал, что не хватит тут дэмэджа, соло погибает второй раз, Рамзес, БКБ закончилось, Рамзес, надо поосторожнее быть, потому что Мишка-то фуловый по-прежнему, тоснули его, Мишка продолжает гореть на Нуана и прогонять, глимс Нуана, Нуан, БКБ включает Нуан только сейчас, через БКБ его месяц, Паша ворвался, Паша цепляет Ноутейла, и нормально подрались здесь, по-моему, Virtus.pro, главное Паша уйти. А бараки кто дефать будет? Подрались-то они, конечно же, хорошо, Тони, но все Тони сейчас прыгнет. Тони сейчас прыгнет, всех убьет. Ну, бараки уже убили. Тони может сейчас ворваться в резолюшн. Резоль уходит на форстафе, ставится филд. Хотят пока Егис есть на резолюшне. Рамзес сейчас может, кстати, за счет косы просто уехать. Да, 75 секунд, не будет байбека, это, по-моему. Ну да. Так, зачем? И тут, ребята, ну вы же на варде знали об этом. Ну, у этого есть БКБ, да, этот поживет, второй лопнул, ну и Нуван сейчас без БКБ пытается убежать, Флай уже здесь. А, Нувана главное заметить, но у него есть, конечно, блинк, и не видит его. Знает, или видит, что где-то все видит. Увидели. Ну, теперь все. Хелп, говорит Нуван, но помощи здесь не будет. Ноль помощи. Ноль помощи. Паши есть и Форстаф, и Даггер, и Блэккинг Бар, и Залюшна видит. Хорош.
Да, он степнулся домой, и все. А тут релокейт, статик шторм ставится на Нулвана, он с агонимым, поэтому ты ничего прожать абсолютно не можешь. Врыв на Нулвана, пошла коса, good game well played, пишет Соло. И первая карта падает в копилку OG. Ну, на самом деле, вообще без каких-либо вариантов выиграли эту игру OG. И если где-то поначалу более-менее пытались Virtus.pro, то уже минуте на 9-й, на 10-й стало все понятно. Я не понимаю, как, почему так были поставлены линии. Ну да, они пытались найти вариант. Ну, я не понимаю больше всего свапа Тини в мид третьего уровня. Кстати, играли так. Мипо! Нулван на мипо. Чего? Интересные заготовочки пошли. Virtus.pro с мипарем? Зес, Вивер, Нулван, мипо, Паша на Фурионе и Шейкер от Лила. Нашли Джерекса, Джерекс Фисурка. Ну и погиб, не скорее, конечно, по чилин тачам здесь шансов нет. Нулван забирает First Blood. Good luck, пишет Джерек. Пошел тут же заходить за спину. Ну, слишком кстати, много можно убить потрачено. Сейчас да. Резолюшн, должна вот, быть Фисура. Вот. И за счет того, что слишком много было потрачено на эту попытку убить Нулвана, мы видим, Резоля принимает, и неприятно. Но тут Лила, конечно, поднимет флайт. Догадались, Virtus.pro. Тут, кстати, выход на Пашу. Есть выход на Пашу, нужен гель какой-то, флай выходит на хосте, пошел телекинез, откинуть подальше. Резолюшн, много урона получает, там по чилин тачам можно резолит и добить, хватит ли дэмэджа, пошел стан от кентавра и Паша здесь погибает. Резоль замерз, а продолжение по резолю нет, потому что только пинки его бьют, но и у Соло огромный травм. Выход байт, пишет Паша, Нулван, надо бы телекинезом его зацепить, есть замедление, пауки вгрызаются, должен быть телекинез, подняли. Самого хмуренького Нулванчика, он пытается опять отсюда улететь, улетает, но нечего принять, сеточка есть, стан от кентавра пошел. Пошли жуки, Рамзес может сгрызать, но Тейл догрызли все-таки, они Нотейл, не Нотейл здесь, Нулвана, да. Нотейл, ну, Нулван. Размен один в один, флая на Нулван. Очень сильно проседает Резолюшн. Непривычная роль, конечно, для Резолюшна достали. До него теперь надо как-то еще подсловить, но... Сейчас будет сетка. Есть сейф ТП, да, уже, должен минус быть телекинез на Нулван, откинуть его подальше, Резолюшн погибает, ничего. Слушай, ну все ужасно не успел. У него просто все супер ужасно. Сейчас на ботом... Флай, ставится Виженс, Рамзеса, затянуть бы, подняли, а толку? А зачейнить, вот так вот. Браво. Очень здорово сыграли, я думал, что не хватит контроля, но там оказалось два кентаврика, они могли еще одна попытка убить Рамзеса. Смотрим, прекрасно. Просто прекрасно, станов невероятное количество у Джерекса, и не успевает Рамзес ничего сделать. Ну, блин, Рамзеса уже... Флай! Улетает флай, Паша не смог сделать еще две... Ну, ДПСик-то хороший, а их не в ту сторону отрезали. Сеточка, прорастает здесь Фурион, Нотейл здесь погибнет. Пауза ставится от Вивера, но флай, ничего, пауза отжимается, ну и Нотейл... Кто заберет фраг? Ну ладно, все нормально. Телекинез. Ну, убивать его надо, ой, неплохо, но тут Паша и флайчика не отпустят. Хороший еще один фраг, киллинг 3 уже у Нулвана, Нулван начинает разгоняться. Хороший два фрага здесь. Видит Суала, получает дагер, ну... Лёшка, наверное, здесь не выберется, да. Знаете, его не выйдет. Погибает он от даггера СФО. Там еще спичка вот Вершана. Ну, как спичка ХСЛМ и минус Тотейл. Ой-ой-ой-ой, слушай, это третий подряд фраг от Нулвана. И опять Нотейл отправляется в таверну. И он только что был на первом месте по нетворку. Сейчас уже проигрывает 1500. И Джерекс тоже погибает. Нулван пошел в раш. Все, Нулван вошел вот в ритм. Ну, ты как специалист по Вивера знаешь, так, проблемы у Нотейла. Нотейл, действительно серьезные проблемы. Улька Паришна, Нотейл погибает, СВО пытается разменять. Ультимейт по Нунчику, Нунчика тоже разменяли. Паша получил ультимейт, очень больно Паша, и это минус 2. Классная ответка тут от еще OG. И Соло можно догнать, если бы в шикучах побежал флай туда. Видит СВО, СВО должен догонять. Нет. Получает Diffusion Blade и вынужден немножечко приподразвернуться. 23.59 можно уже и, типа, говорить слово, типа, которые, типа, там, какашки. Или нельзя такое еще говорить? Да не, еще раз. Нельзя? Ладно, я понял. Поставят нам 18+ на Твиче. Проблемы с денежкой. Ультапарата получает. А продолжение какое-то будет? Нулан. Сеточка, Нулван зацепили, Нотейла. Пошла просветка, Нотейл получает. Лил прыгать должен, Лил должен прыгать. И Лил так убьет. Да, браво. Шлифанул. Очень четко цепанули. Поймали в самый нужный момент. Акеми Кацуро написано на... Это фиаско, братан, пишет Резоль. Он слушает стрим. Рома, выключи стрим, нельзя. Начинать... Ну с чего начинать? Ну, непонятно. Нет, надо начинать с сайленса, а потом давать спруты. Резоль, очень жирный. Ультимейт очень больно сейчас будет Нулвану. Очень больно будет Нулвану. Рубик хорошо ультанул в ответочку. Лил должен здесь погибать. Да, Лил погиб уже точно. Ну и будет ли еще кого-то догонять? Нет, а тут Паша говорил. Зря прилетел. Резолюшн, ну это не пробить. Подминут с армором. Паша, буквально еще одна тычка остается. Есть вижен. Флай, тычка, бля. Не-не-не-не. А куда эта тычка улетела тычка вообще? Тычка улетела, он в инвизи был. Бум. Флай, ну тут, к сожалению, в одну сторону. Путевка.
Да? Не понял. Это вообще что? Они не стали его бить. В смысле не стали бить? Лол, что это только такое? Только Рамзес его и бил, больше никто. Резолюшн, дипуза пошли. А форстаф есть? Есть форстаф, он улетает. А там Лила, огромные проблемы. Ультапрата, Соник Вейв, Паша половину хитпоинта потерял. Ну и вот Китфлай, Фейтбол, дабл килл от СФО. Ну и Рамзеса Resolution... будет ловить. Линку сбили, теперь бы поднять чем-то. СФО засловил, Рамзес, таймлэпс. Теперь на БКБ надо развести. Но Ван там забал ноутейла, тем временем в миде. Драки просто по всей карте, но здесь погоня. Сайленс, Рамзес, БКБ на надо нажимать. Ну и драться, как Лев Львиный до конца. Диффузаж, Джераксом, фуловый стал, забирает этого героя. И ой, теперь этого нет. Героя. Слушай, это беда. Это беда. Рамзик, стики. Нет. Жив-здоров. Лежу в больнице. Все хорошо. Зацеплять. Рамзик. Уходит в инвиз, пошел сворм по Резолю, Резоль супер жирный. Шейкер, двоих, больно, очень сильно. Флай можно постараться убить, есть, kind of guard. Флай все-таки засейвли, Флай поднимает Лила. У Лила огромные проблемы, Лил в сайленсе. Веномантер наплевывает ему по спине. Лил погибает, СФО тут же, СФО добирает его, минус 2. Вау, OG. Лил ворвался как боженька, а на топе проблемы. Хьюстон с проблемой, но Тейл погиб, а теперь бараки будут погибать. А по одному лететь сюда нельзя, потому что будут убивать. Но Ванта фловый, у него абсолютно все есть. Прилетел Резоль, надо бежать. А нет, Резоль больно делает. А у этого парня просто-напросто нечем спастись, он погибает. СФО делает трипл килл на разных частях карты, но упал барак. Летает. Сюда иди. И теперь через вот так вот отбежать, потому что ультимейт никто не хочет. Пошел ульт, ульт-аппарат, а сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, это креветка, ой, как больно лупит. У Лила тоже траблы, у него нечем сбросить сайленс, погибает он за елкой. Ты приходишь на мой лейн, но делаешь это без уважения. Слушай, я не ожидал, что так больно будет. Линку сбили, подняли, отбросили. Там БКБ еще. Слышишь? Ну, он такой он. Ой-ой, Рамзес запрыгивает, ноутейл, пытается подтянуть ноутейл, БКБ погибает, ноутейл, да ладно, живет все еще, ноутейл, прятаться, не видно его уже. Не видно, как же его подсейл, Флай сам уходит. СФО пытается убить Ноуана. Надо продолжать бить. СФО, БКБ, здесь же Флай пытается нанести дэмэдж. Ультимейт, СФО погиб. No One, теперь собирать урожай. Теперь просто собирать урожай, надо ловить всех остальных. Рамзес бегает, No One отбежал. Тейл еле живой, ведь Рамзеса будет ли телекинез, хоть какой-то сбили линку, но Рамзес тут же уходит. Значит, бить тир 3. На топе там пинги, кстати, барак. Эх, Слайм по троим врывается здесь. Лил и пытается размотать очень быстро. Резолюшн есть под хил от Чена. И Лил погибает очень-очень быстро. Рамзес будет ли драться дальше. Резоль готов и со вторым разобраться. Есть плевок. Сплитпуш, самое главное, это сплитпуш. Да. Падает Т3, падают бараки. Успеет ли? Нет, они не успеют. Ни у кого нет ТП, только Бруда. Тогда ни у кого нет. Только СФО. Быстро забирать барак. Вообще неважно как. Абсолютно неважно как. И второй барак точно так же забирать. И стараться еще уйти отсюда. Флай, откуда ж ты фиссуру взял? СФО, много дэмэджа. Пошла сеточка, БКБ уже нет. Сеточка обновляется, СФО пошел, Соник Вейв. Подняли в телекинез, СФО. Запилил, просто запилил. Ну, Ван умрет, но барак забрал, СФО забрал. На топе в это время Паша скушал еще один барак. В итоге остается одна линия. Конечно, грубейший фейл. Бывает такое, когда очень сильно хочешь. Бруда, Рамзеса, Баш, Квап, отлично. Просто отличная ответка. Должны разводить сейчас на байбек. Соло. Фиссуры достали, ворованные соло. Отсюда тоже не уходит. Это минус 3. Байбека нету, Ancient Operation. И сейчас надо под диффузами. Пошел форстаф. Здесь же Фурион. Пошел ухил. Есть сайленс. И Джерекс отправляется в таверну на 70 секунд. Крипы здесь. Можно продолжать пуш. Они знают, что у Нутейла... Отрыв от СФО, не слишком ли нагло? Байбек пошел от Чена, СФО погибнет он без, сейчас. Он с байбеком. Резоль без байбека. Если его потеряют, Резоль они потеряют. Резоль, скорее всего, едва живой Рома пытается уйти отсюда. И потеряли они Резоля. 120 секунд его не будет. Но Ван улетает отсюда. Ноутейл пытается как-то убить Пашу. Паши тоже уже здесь нет. Рамзес застрелил Ноутейла. Ноутейл тут же делает байбек. Лил прыгает в свой СФО. После байбека. Успеет ли блинкануться? Нет, он погибает. И в итоге двух героев не будет почти 2 минуты. Флая засайлинсили. Флая расстреливает Рамзес. Флай с байбеком тут же выкупается. Ноутейл без байбека. Лил пришел. Рэмпэдж уже делает Рамзес и продолжает он убивать. Это дабл рэмпэдж от Рамзеса. Минус 6 сделал Ромка. И good game well played. Да. Боже, какая концовка. Концовочка, конечно, была хорошая, но на самом трипл деле... Трипл рэмпэдж. Трипл рэмпэдж, да, но он там может продолжать уничтожать. Единственное, что вот этот сейв соло, который произошел при нападке Бруды, которая должна была уничтожить его с трех тычек, да. Он все поменял. ВП знали, то, что при вот этой атаке у Бруды нет блэкинг-бара, у нее нет...